дорогие друзья, я обращаюсь ко всем нашим активистам, которые сейчас находятся в дороге, которых задерживает полиция, останавливает транспорт на национальных трассах, всех выводят с машины, всех фотографируют по отдельности, потом разрешают продолжить свой путь в Кишинев. Фотографируйте всех этих полицейских, снимайте на видео, выкладывайте в Facebook. Все те, которые не успевают подъехать сейчас к Асему, потому что мы скоро стартуем колонной к парламенту, приезжайте сразу к зданию парламента Республики Молдова. Самое главное, все их снимайте, фотографируйте, выкладывайте. Facebook, Одноклассники, все вот эти идиотские действия работников полиции. Спасибо.